Окей. Добрый день. Сегодня 5 февраля 2023 года. И наш круизный лайнер Norwegian GM отходит откуда? Из Сан-Томаса. Ой, Зоя встретилась с Давидом. Литвак. Дэвид Литвак. Ток, ток. С видео. Ток, ток, ток. Ток, ток, ток. Ток. She first state Yiddish. First state. I never expected. Oh yeah. Yeah, well, it's David Litvak and Zoya Gisela Blechman. 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 They're very active in their synagogue. Ah, David? Конструктор. Он живет недалеко от нас, по пути в Олбани. Хороший парень. Я сегодня с ним познакомился. Но хочу показать вот эту вот красоту. Красотищу. Смотрите, вот на этот корабль мы только что нашли. Шикарная какая вода. Просто глаз не оторвет. Посмотрите, какая голубизна. С бриллиантовым отливом. Это там двигатель работает. А здесь, а там гостиница. Мариот. А там труба. И Зоя с Давидом Литваком разговаривает. Американские евреи. О, thank you very much. I don't make a picture. I do the video. Don't worry. Where are you from? UK. Yeah. United Kingdom? She's from United Kingdom. Well, that was obvious. From, you from London? UK. Outside London. Outside. He's filming me. No, I do the video. I know. I know the people from the London. He was in the London. What's your name? I don't know. Don't worry, be happy. This is David Litvak. David Litvak. It's lovely to meet you. No problem. Шведи? Идем. Ну хорошо, пошли. Короче, вот эта труба наша. И, короче, мы покидаем Сан-Томас. Шикарная погода. Мариот Хотел. Шикарно. Мариот Хотел. А это девочка, оказывается, с Англии. United Kingdom из Лондона, from the London. А Дэвид Литвак, он родом из Латвии, Литвы, из Литвы. Ну окей, мы еще увидимся, да? Пойдем. Bye.